Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys ranging the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your master. The bars and temples, but the balls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special little history. Кто успел в 80-е года потанцевать под эту песенку на дискотеках, а? Тот я! Всем привет, привет, здрасте, Оренбург, здрасте. Куда рулим? Туда. Московская афиша. С Людмилой Скворцовой. Да. В мультимедиа арт-музее сегодня премьера. Я просто тёнышу купил стульчик новый. А старый надо отвезти, там, отдать. Ну, как бы, что копить барахло-то ненужное? Ну, в смысле, нам не нужно, а кому-то еще и пригодится. Здрасте, здрасте, Сочи вижу, да, привет, привет, дома. Да, здрасте. Урал! Урал! Вот. Так что вот так вот. Да поеду там кое-что, отвезу такое. Стульчик купил. Вот, такой, знаете, прикольный стульчик, он ортопедический стул, такой, знаете, с опорой на коленях, сидит ребенок, как бы, до такой наклонной немножко сидушки, и у него еще мягкие такие опора под коленки, то есть он сидит, получается, ну, стоит как бы на коленках и полусидит на попе. Очень правильное положение для того, чтобы сидеть за столом. То есть у него нет возможности согнуться, перекособочиться как-то и так далее. Вот. Такой ортопедический стул прикольный. Вот купили ему. Потому что, ну, сейчас уже сидеть много придется. А в кресле как-то я вижу, что он все равно роняет как бы осанку. Он роняет как бы на это. На сгиб такой нехороший. Поэтому купил. Сам посидел, мне понравилось. Рекомендую приобрести. Вот. Если хотите, там потом в сторис фоточку кину. Посмотрите. Вот. Посмотрите, как он выглядит, стульчик. Да его, в принципе, можно найти там. Он какой-то там Zero, чего-то там. Название сейчас не могу вспомнить. Поэтому да, а кресло старое, которое, ну, которое у стола, ну, типа оно компьютерное, надо отвезти. Сколько стоит? 13, по-моему. 13. Ну, я взял такое, знаете, из дерева. Вот, деревянный взял. Люблю натуральные вещи. Ну, в смысле, такие материалы натуральные люблю. Вот. Получили роль? Да не-не-не-не, ничего еще не получил. Утверждение? Да подождите, если что будет, я скажу обязательно. Львов, Украина, привет, да. Да. Здрасте, здрасте. Вчера знахарь наконец-то посмотрел, да? Спасибо. Привет из Перми. Вы супер. Спасибо. Они от 7500. Ну, по-разному. Ну, как бы, я так понимаю, что там, да, там выбор есть. Просто есть там железные, как бы, такие. Но они такие кондовые немножко мне показались. Вот. А я взял из дерева и такая кожаная, такие сидушечки мягенькие, хорошие. Ну, в общем, такое. Тут, как говорится... Тут дело вкуса и возможности, мне так кажется. Мне просто железяка не понравилась. Из Брянска привет. В каком магазине купили? В электронном. Да я по интернету заказал. Сейчас уже как бы мы уходим уже от... Мне кажется, что мы сейчас все будем заказывать по большому счету в интернете. Привет, Татарстан. Здрасте, здрасте, здрасте. Львив, Львивщина, вас витая. Счастья, радости, бажая. Дякую. Что я могу сказать? Дякую. Всегда в дороге. Солнце вам из Ростова. Ой, не мешало бы. Да, добрый день. Добрый. Слушайте, выложил видосик такой небольшой, утренний. Ну, как обычно, танцы за рулем. Юрий Анатольевич исполняет. Как кто-то говорит, как говорится, как кто-то мне написал, написал, мужику под 50, а он дергается, как этот, как парализованный за рулем.
Вот. Я посмотрел на фотографию и понял, что женщине, наверное, не больше там 40, но выглядит она на 65. Вот. Посочувствовал и заблокировал ее сразу. Ну, как бы, а зачем? Ну, да. Здрасте, Винница, привет, Москва. Ты похож на моего пастора. Ох, и что? Какой у вас пастор-то интересный, наверное, да? Исповедуетесь ему? Ой, да. Здрасте. Привет, Омск, привет. Да. Да, доброе утро. Сегодня пятница, да, конец недели. Конец недели. На МКАДе уже пробочка из центра, уже, ну, в смысле, уже на выезд из города уже пробочка стоит, а время-то еще 12 нету. Голосовать? Я думаю, что в этот раз я воздержусь. Я воздержусь. Там, так сказать, и без меня разберутся. Вот. Я голосую только за знаковые вещи для страны, как выборы президента, изменения в Конституции, там, да, какие-то референдумы такие многозначительные для страны. Вот, вот я голосую так. А в принципе у нас по району, по-моему, даже никого не выбирают. В Мособлдуму надо посмотреть, кого выбирают там и так далее. Спасибо. Правильно. Что правильно? О, исповедь с утра – это соблазн. Не то слово. Вы тоже любите с утра исповедоваться, да? Здрасте, здрасте. Всем привет. Мы посмотрели знахаря, теперь мы в теме. Вот, наконец-то. Ну что ж, молодцы. Привет, Владивосток. Проводим экскурсии. Отлично. Почаще выходите в танцы за рулем. Да, и меня, слушайте, там такая песенка неплохая такая была. Но меня заблокировали, в смысле, это видео, потому что, оказывается, ну, какое-то там нарушение авторских прав. Ну, что я могу сказать? Я так понимаю, Инстаграм принадлежит этому, как его? Который Фейсбук-то контролирует? Цукерберг или как он? Короче, как говорят мои друзья-евреи, поц он после этого. Обычный поц. Вот. Чем заниматься буду сегодня, пока не знаю. Сейчас такое, знаете, в расслабончике. Съемочек пока не предвидится там до числа 20 сентября. Поэтому я в расслабончике полном. Захидный бук? Ну, понятно. Счастливых выходных. Привет из Нюрнберга. О, привет, Нюрнберг. Привет. Мне тут попросили пару слов прокомментировать. Ну, скоро же 1 октября. 1 октября же будет уже как бы круглая дата. 75 лет Нюрнбергскому процессу. Да, над которым, как бы, ну, который там устроили над нацистскими преступниками. 1 октября. Сегодня, кстати, праздник, если я не ошибаюсь, сегодня усекновение головы Иоанна Предтечи. Сегодня очень большой праздник. Сегодня вообще постарайтесь ничего не делать, не шить, не резать, ничего. Вот. Такой праздник, когда нельзя. Меня бабушка даже, помню, била. Я что-то сделал такое, то ли я что-то пилить начал, то ли еще что-то. Бабушка меня никогда не била, а тут веником как дала мне. Знаете, она переворачивала его другой стороной. Не той, которая метет, а, знаете, такие вот есть веники, они такие желтые, из таких этих, как она называется, трава, я забыл. Вот, ну, на Украине их часто очень делали, даже у меня дедушка их сам делал. Вот, перевернула, она такая тугая, такая, как дала. Вот, не сколько больно, сколько просто неприятно, потому что звук такой, как будто ломается вообще, не знаю, забор. И она такая мне: паразит с хлопцем, сегодня голова предтечи усечения, а ты, говорит, пилишь, нельзя, грех большой. И я вот запомнил с тех пор, я запомнил этот праздник. Привет из Польши, на Ютубе смотрите, спасибо, с праздником, у нас в Сибири, да. Вы родом из Украины? Да, я русский украинского происхождения, как я о себе говорю. Блин, я полы хотела вымыть. Не сметь. Капу, ничего нельзя резать. Не резать, не шить. А то веником получите. Кепочка, да, ну это клубная кепочка такая. Не помню уже откуда. Подарили. Привет, Швейцария. Здравствуйте, Швейцария, здрасте. Святом, да, речи сегодня строй пост. Ну да, сегодня такое дело, да. Но я не пощусь, как бы, в принципе. Я так питаюсь скоромным, что мне, в принципе, поститься-то и не надо. Я в этом плане не грешу.
Ух ты, из какого города? Я с Кировоградской области. Когда-то была такая область Кировоградская. Вот. Еще в той советской Украине. Вот. Такое есть там село Ставыдло. Это вот я оттуда родом. У меня там родители. Мне попадало скалкой. Завтра в школу не надо. Да, не надо. А стирать можно? Стиральные машинки стирать можно. Вам не надо. Когда решили стать актером? Ой, слушайте, я такое ощущение, что я всегда был такой довольно-таки артистичный молодой человек. Но это не, ну как бы не было смыслом жизни. Просто вот такой был. Я помню, мама после 8 класса пришла, а ей сказали типа, что Светлана Ивановна, ну директор вызвала. Говорит, Светлана Ивановна, вы знаете, не надо Юре идти в 9 класс. Мы ему напишем хорошую характеристику, мы ему в табеле отметочки под это, ну поставим хорошие отметочки. Пускай идет учиться куда-нибудь. Ну, как бы это сразу обо мне много говорит, правда? То есть, ну, сразу становится понятно. Как говорится, who is мистер Батурин? Вот. И мать пришла расстроенная, как бы, ну, потому что ей вежливо намекнули на то, что, ну, как бы, такого ученика, как Юрий Батурин, ну, как бы, не надо. И она мне сказала, что ж мне с тобой, говорит, артистом-то, говорит, таким делать. Вот. Ну, я хулиганистый был, да. Я учился, я был как раз из тех ребят, кто хорошо учился, но был жуткий хулиган. Как говорится, Юра, у тебя такие способности, но такое поведение отвратительное. Это про меня. Карелия, Заполярье. Фулюган был, совершенно верно. Карелия, Заполярье, вижу, да, привет-привет. Поэтому у меня как бы вот так вот это. И все, витание. Спасибо. Вот. И, в общем-то, в принципе, меня как бы отправили учиться. Ну, выбрали там театральное училище на Украине, Днепропетровск, такой еще город был на Украине в свое время. Вот. И меня туда отправили, потому что там как бы, ну, получается, бабушки и дедушки 6 часов поездом. К папе с мамой было почти 2 часа на самолете. Ну, в Эстонии жили они. Мы из оккупантов, так скажем. Вот. И все, и вот я там учился потом. Здрасте, здрасте. Здрасте, привет, Беларусь, привет. Вот. Так что вот такие вот делишки. Вот так вот я стал актером. С Днепра привет. Из реки. Шучу. Москва тоже река. Мне кажется, сейчас вы хулиган немного, но это здорово же. Вот. Ну, да, ну нет, я уже поспокойнее стал. Что вы? Это уже не сравнить. Я уже, так сказать, уже остепенившийся. Чтобы мой сын был артистом, я хочу, чтобы он был здоровым и счастливым человеком. А кем он будет по профессии, это его исключительно личное дело. Вот. Я не собираюсь, как, знаете, как сказать. Дело в том, что мы часто очень, ну, в смысле, мы, родители, очень часто пытаемся в своих детях реализовать свои несбыточные мечты. Поэтому я постараюсь воздержаться как бы от того, чтобы ребенку навязывать какую-то профессию. Я об одном хочу попросить у Господа Бога для него здоровья и чтобы он был счастливый человек. Чем он будет заниматься при этом, мне совершенно не важно. Главное, чтобы он получал от этого удовольствие. Даже если он будет просто-напросто говно, извините за подробности, там черпать откуда-то, понимаете, ассенизатором работать. Если ему это будет нравиться, да Бог с ним, пускай работает. Неужели никогда не жалел, что стал актером? Никогда. Просто благодарю Господа Бога каждый день за это. Что с видео зависло? Не знаю. Ростов-на-Дону, здрасте. Здрасте. Вот. Из новостей как бы... Из новостей такого даже... Нечего даже обсудить. Вы понимаете, в чем дело? Нечего даже обсудить. Все неинтересно. Все какое-то вот уже такое, знаете... Уже набрыдло, в зубах навязло. Вот. Здрасте. Дай Боже Богданчику здоровья. Да, спасибо. Я очень надеюсь. У сына время есть подумать. Да, конечно, пускай подумает, сам решит. Я поддержу его любую работу. Кем он захочет стать. Сейчас о чем, понимаете? Сейчас что решать? Ему 7 лет.
ну, как бы, сейчас даже не о работе думаешь, сейчас думаешь о том, чтобы он учился хорошо там было и так далее. Какая работа? Потом, понимаете, там лет там через 15, грубо говоря, там, да, еще и непонятно, какие профессии вообще останутся. Может быть, профессии актера как таковой не будет. Будут просто делать, уровень графики компьютерный будет такой, что все фильмы будут практически электронными. Любое лицо можно будет прицепить, понимаете? Не надо грима, ничего. Съемочная группа будет, просто-напросто будут люди сидеть за компьютерами, делать кино. Так что... Закроет Северный поток, как думаете? Слушайте, я не знаю. Как бы, понимаете... Вот если вот так вот рационально рассуждать, то Германия это вообще нафиг не нужно абсолютно, чтобы Северный поток. Германия понимает, что если придет Северный поток, то она будет крупнейшим потребителем и в том числе поставщиком газа вообще всей Европы. Вот. Без дешевого газа европейская экономика крякнет, я думаю. Вот в чем дело. Уголь они не используют, атомную энергетику они не используют. Ну вот что вы думаете, вот на этом солнце и ветре они там много энергии, что ли, там получат? Да ни хрена там много не получат. В геометрической прогрессии практически там растет потребление энергии. Вот. Газ это дешево и сердито, вот, я считаю. Как только заговорили серьезно о санкциях против Северного потока 2, Леша тут же пришел в себя. Хорошо себя чувствует, всех узнает, разговаривает. А главное помнить, что с ним произошло. Понимаете? Тут же, мгновенно, человек пришел в себя, отравленный новичком. Самым страшным газом, который вообще существует. Там все его компоненты смертельны, просто 100% практически, да? Вот. И тут Леша пришел в себя. Не Леша, а какой-то железный человек, вы понимаете? Или новичок просроченный был. В общем, как я вчера сказал, Леша, он даже не баран, он овца. Жертвенная овца, на заклание, понимаете? Вот. Ну, как говорится, я так понимаю, что пользы с него никакой не поняли в России. Ну, потому что он не лидер, он никто. Как бы. Он такая медийная более-менее фигура и тому подобное. Вот. Они поняли, что, ну, как бы этот человек не лидер, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, решили разыграть, как говорится, там, старую карту, там, а-ля Скрипалей, опять новичок и так далее. Все это смотрится вот со стороны, вот знаете, вот, я вам честно скажу, все это смотрится очень смешно и глупо вообще из России. Вот как бы я вот на это смотрю, я понимаю, что это бред вообще сивой кобылы. Вот. Бред сивой кобылы. Ну, я понимаю, что этим можно кормить там европейского, допустим, там европейский электорат. В России какое-то там небольшое маргинальное там число там людей там по этому поводу разоряется, там что отравил, причем лично Путин и так далее. Но они там немножко все такие слегка того, на голову, так сказать, вот. А вот, в принципе, здравый смысл, когда человек вот смотрит, он понимает, что это бред сивой кобылы, потому что этот Леша нафиг никому не нужен, понимаете? Ну, я вас умоляю. Я вас умоляю. Ну, вы же серьезно думаете, что этот человек может стать президентом России? Да на него же без слез не взглянешь, понимаете? Он же еще там, там еще нужно вообще его психиатру показать. Вот, он же когда заходится, он же себя не контролирует совершенно. Там же мимика выдает, жесты, понимаете? Вот, и так далее. Я же как актер такие же вещи вижу, я понимаю, что человек там немножко не в себе. Вот, он себя не контролирует. Иногда. Потом бывает, как бы, может быть, кто-то ему там знак дает, там, который снимает его, или еще что-то. Вот, он, видимо, как бы реагирует и, ну, в смысле, берет себя в руки. А так-то он абсолютно, он заходится, он невменяемый абсолютно бывает. Поэтому о чем вы говорите? Какой президент? Перестаньте. Вот. Так что так вот. Да. Поэтому нет. А Северный поток Германии, он нужен, он выгоден. Вот. Поэтому я думаю, что его достроят. Тем более, вы знаете, там осталось 100 километров, грубо говоря. Ну, а если не достроят, ну, таки хрен с ним, в принципе, как бы, да. Ну и ладно. Вот. Сгорел сарай, как говорится, гори и хата. Да. Я бы на месте Путина бы сейчас, после того, что немцы делают, как бы, как они себя ведут, я бы сейчас приостановил бы строительство потока и сказал бы, ребята, давайте-ка мы разберемся, потому что я считаю, что вот здесь надо нажать, иначе не прекратятся эти провокации, понимаете?
эти грязные провокации не прекратятся. Здесь нужно очень сейчас жестко ответить, понимаете? Вот. Жестко ответить на вот эти все обвинения и тому подобное, и тому подобное. Я считаю, что надо. Ну, как бы, сколько уже можно молчать? Уже как бы пора что-то делать. Я считаю, что разрыв дипломатических отношений с США – это ближайшее, что нас ждет. И я бы лично на месте президента бы на это пошел бы. Вот. На разрыв дипломатических отношений. Более того, я бы из всех вот, как бы там государств, как я говорю, холопов американских, ну там Прибалтика, Польша, Украина, там Румыния, Болгария, и так далее. Ну то есть, вот из этого пояса все. Я бы отозвал бы своих послов бы и послов бы этих стран бы послал бы к ядрене фене. Я бы разорвал с ними дипломатические отношения. Ну смысл содержать эту свору людей, которые в принципе, они же не имеют своего мнения. Они же практически, вот что называется, как им партия сказала, так они и тявкают. Вот. Ну, смысл с ними разговаривать. Если разговаривать, то разговаривать с хозяином надо. Вот. А с, как бы они с вот этой челядью, понимаете, прислугой. Вот. А с хозяином надо разговаривать как бы конкретно, жестко и серьезно. Вот. Вот и все. Ну, то есть, вот так мне кажется. В том числе и с немцами. Ну, как бы хорош уже. Надоело уже слушать уже. То есть это уже даже не смешно. Если раньше можно было поулыбаться, покрутить пальцем у виска, сказать, вы что, дебилы что ли? То теперь уже как бы это не смешно, потому что, видимо, действительно дебилы. Может, в политику? Да, как-то вот не знаю. Не знаю. Знаете, как говорится, если само придет, то можно и попробовать. А так специально туда лезть. Я видел этих людей, которые специально лезут в политику, да. Вот. Как правило, это большинство людей в своей, как бы, ну, по своей натуре непорядочные. Вот. Они, знаете, такие бизнесмены. Бизнесмены в политике. Вот как Леша Навальный. Он бизнесмен в политике. Он зарабатывает тем, что он делает. Он же делает не безвозмездно, он зарабатывает этим деньги. У него прекрасная квартира в Москве, у него дом в Испании, у него как бы дочка учится в Америке, кстати, в том же университете, в котором училась дочь Пескова, понимаете? А он Пескова за это критиковал и так далее. Вот. Поэтому у него все прекрасно, он зарабатывает на этом деньги и, в общем-то, неплохо себя чувствует. Я не хочу таким быть. Я, если буду заниматься политикой, то это будет, как говорится, безвозмездно. Вот. Исключительно для пользы государства и людей, живущих в этом государстве. Да, мы уже обсудили о том, что сегодня праздник большой. Усекновение головы Иоанна Предтечи. Я знаю. Надо сегодня, кстати, в храм сходить. Иоанн Креститель вообще мой покровитель. Вот. Со мной в Черногории была история. Я же прикладывался к мощам, к руке Иоанна Крестителя. И со мной произошло вот такое откровение, после которого, ну, моя жизнь вот так сложилась, как она сложилась. Вот. Мы там ездили, снимали фильм. Причем классно снимались. Это был полный метр, называется «Бабушка Ада», с Чурсиной в главной роли. Вот. И я играл ее сына. И у меня там было 2 съемочных дня, а в Черногории мы сидели 2 недели. И я 2 дня отснялся и 10 дней отдыхал. Прямо вообще сказочные съемки были. Сказочные. А вернулся и сразу поехал в Сирию. Мы уже «Знахарь» начали снимать. Спасибо за эфир. Пожалуйста. Понравилось Черногории? Да, в Черногории прикольно. Да и в Сербии классно. Вот. Ну, вы знаете, вот там очень близкие люди нам по менталитету. У нас в съемочной группе было очень много сербов. Ну, прямо вот, знаете, вот свои ребята в доску. Прямо даже не чувствовалось, что они, ну, там какие-то там другие. Вот уж правда говорят. Причем сербы говорят. Мы, говорит, великий народ. Нас вместе с Россией почти 300 миллионов. Да. Продолжение «Знахаря» будет? Все возможно в этом мире. Я не жду. Ну, вдруг. Ну, что, если Никифоров будет снимать, я снимусь. Ну, получается, понимаете, как это? Вот обидно ведь что? Обидно, что ездим много,
отдохнуть и посмотреть не получается, потому что все галопом таким, знаете, быстро, вот, и не получается отдохнуть. А тут прям почему запомнилось, потому что, ну, реально 10 дней, вот, я объездил там Черногорию, в том числе ездил в Цетинский монастырь с Чурсиной, вот, и даже мы даже в Сербию там заскакивали, там, так сказать, ну, там, на машинах ездили. Черногорцы так ездят по своим этим серпантинам. Мама дорогая, я там и говорю, там первые седые волосы появились там. Ну да, сербы, хорваты, ну в принципе, понимаете, как бы разницы-то нету по большому счету. Там исключительно только в религиозных, а сербы, хорваты, даже албанцы по большому счету там, да, вот. Там, и так далее. Это же, в принципе, один народ, как бы, они тоже славяне, просто у них там, что называется, религиозное там, ну, влияние культуры и религии разное оказалось. А так-то один народ-то, по большому счету. Привет из Ингушетии. Сербия красивая страна. Ну, там живут красивые люди, поэтому и страна красивая. В каком новом сериале можно увидеть? Да скоро увидите. Скажу обязательно. Читала трохи за вас Чурсину монастыри, выпадок цей. Ну вот видите, да посмотрите там, что я там рассказываю, по-моему, в этом. А, судьба человека у Бориса Корчевникова, я рассказывал эту историю подробно довольно-таки. Да, ваша жена давно не работает? Нет, почему не работает? Она работает, у нее очень тяжелая работа, 24/7, вот. Она работает женой и матерью, так что она работает. Люблю шоколад из Сербии. Стрелять когда? Когда родина позовет, тогда и поеду. Здравствуйте. Какие у вас впечатления от интервью в программе «Судьба человека»? Да прекрасные. Корчевников Бориска очень прям... Человек очень хорош. Очень хорош. И ведет правильно. Как бы, ну, там есть у него свои там журналистские приколы, какие-то там, там нюансики. Ну, это такая профессия. Тут как бы что тут скажешь. Вот. Так что вот так. Да, ладненько, все. Стрельбой не занимать. Нет, что-то я в этом как бы вот сейчас хочу, сейчас посвободнее стану, позвоню тренеру. Вот. Если не пошлет меня к чертям, потому что я, считайте, ну вот как бы с Нового года, считай, не стрелял. Там то пандемия сидели, то потом работа, то еще что-то. Сейчас вроде как посвободнее стал. Ну, может, и это, и постреляю. Съезжу. Вот, потому что давно, как говорится, не брал я шашку в руки. Да. Так что так вот. Все, да, заканчиваем. Да, заканчиваем кефирчик. Привет, Дагестан, привет. Какое у вас любимое женское имя? У меня их два. Света – это имя моей мамы. И Ира – это имя моей жены. Вот. Это любимое. Все остальные женские имена мне просто нравятся. Да, всех обнял. Всем хороших выходных. И давайте, может быть, скоро увидимся. Пока, пока.